преображаются и Кимры. В этом старинном городе активно продолжается строительство двух детских поликлиник. Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» национального проекта здравоохранения. По поручению губернатора Игоря Рудени, контроль за ходом работ в части сроков и качества их выполнения осуществляется в постоянном режиме. Эта поликлиника возводится на территории Кимрской центральной районной больницы, располагающейся на Барковском шоссе. Архитектурно-планировочное решение предусматривает возведение трехэтажного здания с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом. Сейчас все работы вступили в завершающую стадию. Завершены полностью работы по устройству каркаса здания, проведены практически все инженерные внутренние и наружные системы. Вот сейчас идет завершающая стадия отделочных работ. И готовимся к приему и поставке медицинского оборудования. В данный момент подрядчик уже приступил к отделке фасадов, а окончательно все работы здесь завершатся в сентябре. И таким образом Кимры получат поликлинику, где будет работать полный спектр узких специалистов. Врачи-аллергологи, урологи-андрологи, гинекологи. Также планируются кабинеты специальных видов исследований, современные ультразвуковые аппараты. Планируется проведение гастроскопий специальными приборами, гастроскопами, предназначенными для исследования детей. Жители окрестных микрорайонов ждут не дождутся открытия новой поликлиники, благодаря которой качество медицинского обслуживания наверняка станет лучше. Хочется, конечно, чтобы поликлиника была новая, большая. Там будет, я думаю, много новых врачей, новых специалистов. Конечно, мы этого ждем. Мы будем туда ходить с большим удовольствием. Я думаю, что и детям будет нравиться. Большая поликлиника. Вторая поликлиника в Кимрах возводится на площади Южной. Оба объекта рассчитаны на 200 посещений в смену каждая. По аналогичному проекту в регионе возводятся еще два таких же медучреждения – в Твери и Торжке.